И в продолжение темы. В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники ГИБДД вновь вышли на улицы города, чтобы поздравить водителей. Мужчинам вручили открытки и памятные сувениры от госавтоинспекции, а также напомнили, что праздник – это не повод забывать о соблюдении правил дорожного движения. Желаем всем водителям крепкого здоровья, удачи и благополучия. Пусть сегодняшние пожелания и улыбки станут стимулом для соблюдения правил дорожного движения в праздничные дни. Безопасных вам дорог, водители!